школах Владивостока прозвенел первый звонок. Во многих общеобразовательных учреждениях торжественные линейки в честь Дня знаний прошли для первых и одиннадцатых классов. Для остальных учеников учителя провели классные часы. Милые первоклассники, сегодня вы окружены любовью, заботой и вниманием. Добро пожаловать в нашу большую школьную страну. Идите, дерзайте, изучайте этот удивительный мир знаний и открытий. После официальных речей первоклашки и старшеклассники 17-й школы взяли слово. Гордо я смотрю на всех в этот школьный праздник. Малыши, ну просто смех. Я же первоклассник. А в средней школе номер 3 села Хороль в День знаний состоялась церемония посвящения в кадеты класса «Спасатель». В праздничном мероприятии принял участие заместитель министра МЧС России. В торжественной обстановке вновь принятых ребят привели к присяге и вручили им удостоверение. Вам большое доверие. Сегодня получить этот берет, гордиться им и гордо его носить. Вам сегодня вручена форма спасателей МЧС России. К вам сегодня прибыли спасатели из Хабаровска, из Владивостока, которые будут вам помогать осваивать это сложное дело спасения. В завершении мероприятия для новоиспеченных кадетов сотрудники МЧС и курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии провели урок ОБЖ, во время которого рассказали школьникам о спасательном деле, которое для себя избрали ребята. Алина Черненко, Денис Фадеев, новости на Восьмом.